Я очень люблю заходить в старые церкви, потому что это, ну, прекрасная архитектура и, в общем-то, образец того, как, ну, представляли себе люди красоту, например, в XIII, в XIV веках. Здесь в Англии попадаются церкви и XI века. Смотрите, какая тонкая работа надгробия. Это, как я прочитала, одного из, я не знаю, чья это церковь, потому что мы с Брайаном пока так и не посмотрели, священника, фамилия Дикси. Это, кстати, орган. Орган прекрасный. Очень много всяких украшений. Это дар этой церкви. Церковь находится Босфорд. Резные ворота какие интересные. Так, для информации, кто не очень хорошо разбирается в географии, то это рядом с Ноттингемом. То есть для русскоговорящих это Робин Гуд, и вот где-то в этих местах. Что самое интересное, я вот первый раз вижу сов в церкви. Ну вот как раз при входе в алтарную часть тут вот эти резные ворота и совы охраняют. Конечно, красивые витражи, хорошо сохранившиеся. Войдя сюда, мы встретили священника, причем двоих, мужчина и женщина. Вот резные еще детали украшения церкви. Сейчас еще посмотрю на улице. Посмотрю на улице, поподробнее прочитаю. Потому что все время, как мы сюда приезжали, у нас не было возможности зайти в церковь. А сегодня вот хорошая погода. И наша идея удалась. Я думаю, что это католическая церковь. Ну что ж, пойдем на улицу, покажу вам ее внешний вид. А здесь еще есть, кстати, так, чтобы можно было хорошо увидеть, есть макет церкви. Она реально очень большая. Ну, не то, что большая, прям вот по сравнению с, конечно, соборами, но сама по себе, как вот церковь 13-14 века, она большая, высокая. Еще тут очень необычный запах. Я не пойму. Такое ощущение, как будто бы здесь топят внутри. Знаете, когда топят дровами, такой вот запах. Может быть, это вот полировка. Не знаю. Не могу сказать. И вот кожаные такие подушечки под колени, если люди встают молиться на коленях. Это вот интерьеры ранних времен и даже сохранившаяся лепнина. Вот. Это из собора в Лейстере. А в Лейстере, кстати, похоронен Ричард Третий. Мы там были. Я говорю тихо, потому что мы не одни здесь в церкви. Это массивные замки. Поэтому так я приглушенно общаюсь. Слышно колокол. Пойдемте наружу.
выходим на солнышко. Сегодня прекрасный день. И вот такая прицерковная территория, старые надгробия. Похоже на замок архитектура. Посмотрите, зубцы такие каменные. А это часы. Часы старинные. Ну, остатки от них, циферблат. Вот меня Брайан просветил. Church of England. Так что вот мы разобрались. It's your church, Brian. Yes. Посмотрите, какие знаки интересные. Ой, на могилах. Например, 1896 год. А здесь 1893. Я не археолог, разобраться мне сложно значение вот этих решеточек, но выглядит очень красиво. Джон Фокс. Вот. И каждая плита по-своему интересна. Это, кстати, 82-й год. 1982 год. Не такая уж, в общем-то, и старая могила. Ну, вот такая церквушечка нам попалась. Чем я с вами и делюсь в сегодняшнем путешествии.